Девчонки, мальчишки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор моих покупок. И эти покупки я совершала, наверное, ближайшие месяца полтора. Это то, что было мне действительно интересно, либо то, что я хотела попробовать. И мои совсем недавние покупки, которые я совершила буквально на днях. Если вам интересно узнать, что это были за покупки, что и все-таки на что упал мой глаз, тогда я вас приглашаю к просмотру. И надеюсь, вам будет со мной интересно. Начну с того, что я покупала в обычных магазинах вначале, а потом перейдем к магазину Ривкош. Да, там я тоже совершила покупки. Начну с того, что я очень давно хотела, у меня была прямо хотелка такая с августа месяца. Это гель для душа от фирмы Камей, это Magical Spa. Спел, по-моему, называется. Но не буду коверкать. Это вот такой вот гель для душа. Знаете, девчонки, для меня это такой дорогой аромат, дорогой парфюм, аромат дорогого парфюма. Не знаю, мне очень понравилось, как здесь пахнет орхидеей, масло черной орхидеи, пачули. Не знаю, у меня попадался пробничек, мне как-то где-то его давали при покупках, мне понравилось, и я его увидела, один-единственный флакончик, если было бы парочку флакончиков таких, я бы взяла. Поэтому я просто влюблена в этот аромат, мне понравился, так что буду с удовольствием пользоваться, и хочу сказать то, что просто правда, девочки, если вы его встретите, вы должны просто подойти к прилавку, попробовать этот аромат, и я думаю, на вас тоже он произведет какое-то впечатление. Следующее, что я купила, и я купила себе консилер камуфляж от Catrice. Для меня это, знаете, такая непонятная покупка, потому что, во-первых, для меня у меня раньше не было консилеров, во-вторых, с маркой Catrice именно в декоративной косметике я ни разу не была знакома. И, во-вторых, вообще было просто интересно тут, потому что производитель нам заявляет, что это Wonderproof, то есть это консилер, который нельзя смыть водой, который, ну, не течет, да, не смывается водой. High Cover консилер, камуфляж, у меня одет в 0,1 оттенке. И у него достаточно интересная обычная такая упаковка, она идет вот таким вот спонжиком, оттенок у него... Для меня, я хочу сказать, достаточно светлый, но вообще у Catrice я поняла, что у них либо вот такой какой-то в розовинку уходящий цвет, ярко уходящий в розовинку, либо прям желтый-желтый. Сейчас я, конечно же, его вовсю пытаюсь тестировать сегодня, я его нанесла вместе с моим Dior, Dior Skin, да, я его нанесла вместе, смешала и нанесла его на те места, которые меня беспокоили. Ну, как бы хочу сказать то, что я пока еще не поняла, конечно же, отдельно оставлю отзыв, либо сниму отдельное видео, может быть, когда-нибудь я созрею, сниму видео о своем макияже, ой, если вам будет интересно. А так, в принципе, хочу сказать то, что он стоил что-то в пределах 300 рублей, очень даже пока неплохое средство. Следующее, что я хочу показать, и то, что я, к сожалению, вы еще ни разу не попробовала, это чистая линия и скраб маска для лица Фитобаня с косточками клюквы. Что могу сказать? Я его купила в Кургане, когда я была там за Уралье, да, когда ездила, я его зашла там в обычный их какой-то, знаете, сетевой магазин, который у них представлен, по-моему, называется Пальмир, и я его там взяла. Для меня было удивительно то, что там я его нашла, здесь я у нас не встречала в своем городе. Он идет такого, знаете, зеленоватого цвета с красными вкраплениями, и пахнет он эфирными маслами, знаете, чем-то таким, как раз-таки банным, какими-то эфирным маслом эвкалипта, что-то такое, знаете, как бы. Но, в принципе, вот пока сейчас я могу сказать, что это для меня любопытное средство, и которым я с удовольствием буду пользоваться. И, кстати, он стоил в пределах 100 рублей, что немаловажно для вообще косметики. Чистая линия очень бюджетно. Следующее, что я там встретила, и для меня было тоже любопытно, это были патчи под глаза от Skinline, коллагеновые
то есть омолаживающая маска для области вокруг глаз, интенсивный коллаген. Это у меня еще новая пачка, а там я купила их, точнее, две пачки, и одну я оставила своей сестре, мы там с ней его потестили. Хочу сказать, когда я была там, там совершенно немножко другой для меня климат, и он для меня был суховатый, у меня кожа под глазами, она подсыхала, у меня вообще кожа в Кургане начинала бунтовать в Заурале, в Урале она у меня начинала бунтовать. Но вот с этими патчами я могу сказать то, что меня вообще просто выручала. И в поезде я тоже как бы с собой парочку штук взяла, в поезде тоже наносила, мне тоже понравилось. Здесь их 30 штук, они интенсивно увлажняют, уменьшают признаки старения, снимают отечность, темные круги под глазами, подходят для области носогубки. Действительно, я наносила их под глаза и делала на носогубные складки. И знаете, такое, после него я естественно наносила эту маску, и потом я просто ее не смывала и наносила макияж, мне вообще понравилось. То есть, как бы всецело, в принципе, понравилось. У нас, я повторюсь, я это средство вообще не видела. Поэтому, когда я увидела это там, я просто, знаете, схватила, и мне просто было мега любопытно узнать, что это такое. Следующее, что я хочу показать, это будут уже покупки из магазина RivGosh. Они, знаете, такие тоже хотелки, любопытнейшие для меня. И начну я, наверное, с того, что я взяла две штуки. Это вот такое вот средство от Eva Aesthetic. Это наша питерская косметика. Они также делают декоративную косметику Eva Mosaic, по-моему. Это экспресс-лосьон для снятия макияжа с глаз. Удаляет макияж с глаз, тонизирует, уменьшает отеки. Экстракт василька, экстракт гамелиса, алоэ вера. Вот такое средство, здесь его, по-моему, 250 миллилитров, и я его взяла аж две штуки, потому что продавец, консультант, она не просто мне сказала, что это мега классная вещь, она сказала, что это просто супер-супер вещь, девушка, берите, и вообще, как бы, будет вам счастье. Взяла две от жадности, потому что она мне так его расхвалила, и я знаю себя, то, что я не так часто бываю в магазине RivGosh, и поэтому взяла две. Возможно, одну даже подарю, а так, может быть, даже буду пользоваться двумя, потому что я всегда стараюсь взять какие-то очень хорошие вещи и дублирую их, если мне очень сильно интересно попробовать, либо вот так вот. Следующее, что я купила, это тоже, знаете, от жадности, наверное, от любопытства. Я не знаю, как хотите это называть, но это просто вот такая вот я. Это мусс для умывания, и я долго думала, какой же мне взять. Я взяла мусс для умывания вот такой вот желтенький, он бережное очищение и защита для сухой чувствительной кожи. И следующий мусс для умывания тоже от Eva Aesthetic для нормальной комбинированной кожи. Мягкое очищение, удаление макияжа, увлажнение и комфорт. Две вот такие вот штучки по 100 мл. Они запечатанные. Что я могу сказать? Здесь, почему я их взяла два? Я не могла решиться купить тот или иной. В общем, вот в этом вот мусс для умывания для сухой и чувствительной кожи. Здесь у нас идет активные компоненты масла облепихи, витамин А и Е. Масло облепихи, витамин А и Е, они борются с первыми признаками старения, либо вообще с признаками старения, когда они появляются. То есть это такие витаминки, которые антиоксиданты, которые помогают нашей коже хоть как-то начинать активизировать свои собственные внутренние резервы. То есть помогают регенерации кожи. И вот этот, который голубенький, идет мусс для нормальной комбинированной кожи. Он у нас идет, здесь активные ингредиенты гель алоэ вера и экстракт ромашки. Ромашка у нас обладает противовоспалительным действиями, а гель алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу. Поэтому, так как у меня кожа, она такая, знаете, бунтарка, она может быть сухой, чувствительной, она может быть нормально комбинированной, и я долго думала, что же мне купить, и я решила взять два. Думаю, что если что-то пойдет, если совсем не понравится, я, конечно же, еще куплю, потому что, девочки, повторюсь, это стоило что-то в районе, по-моему, они стоят по 220, по 250 рублей одна штучка. А если у вас золотая карта, то будет еще какая-то скидка. Поэтому я была мега довольна данными покупками, и сейчас буду их активно тестировать. Для меня это абсолютные новиночки. Также
Я купила вот такой вот набор профессиональных кистей. И, девочки, я могу сказать, сына стоит там. Это мой первый осознанный набор, который я купила, да. И почему я взяла вообще именно RevGosh, не какой-то другой, а именно RevGosh Professional? Во-первых, мне понравилось то, что здесь пишет, то, что состав этих кистей. Это у нас идет полиуретан, дерево, алюминий, нейлон, ворс козы и ворс пони. То есть здесь присутствуют натуральные волокна. Для меня это тоже немаловажно, так как в RevGosh сейчас снимают вот именно вот эту вот у них серию кистей черненьких, у них будет какая-то новая линейка кистей, я решила его взять вообще с большой охоткой. Это был последний набор, поэтому выбирать было мне не из чего. Взяла 6 кистей, не прогадала. Сейчас я вам их покажу чуть-чуть поближе. Так, застряла. Начну с того, что футляр сделан из полиуретана, то есть, собственно говоря, о чем здесь говорит производитель состав этого набора. Он, я не скажу, что он как-то ярко бьет в нос. Девчонки, простите, солнце светит, я уже не знаю, где просто снимать. А полиуретан здесь у нас идет на заклепке. Внутри это выглядит вот так вот. Девочки, скажу честно, вот этот вот внутренний материал, это не какой-то целлофан противный, дешманский. Это достаточно достойный такой, знаете, типа плащевки, причем плотной. У меня ассоциация это с горнолыжными какими-то костюмами, вот сделана вот эта вот штучка. Ну, перейдем к кистям. Здесь вот так вот они расположены. Кисть для румян, кисть для пудры, кисть для теней и кисть для губ. Начну, наверное, по порядку. Кисть для губ. Они шли все в пакетиках. Вот такая вот кисть для губ. Замечательная кисточка. Мне кажется, ей помимо того, что можно будет делать... Да что ж такое-то? Так, темно, так. Вот так. Вот так посмотрим, да. Следующая кисть, она идет синтетическая, и она идет, они идут все в пакетиках. Сейчас сразу же их уберу. Это вот такая вот кисточка. Она идет, мне даже кажется, ими можно наносить какие-то блесточки, можно наносить консилер. Тут написано, конечно, для теней, но такие, знаете, можно с ней поэкспериментировать. Она достаточно упругая. Следующая кисточка. Сейчас сразу их вытащу, тоже идет в упаковке. Нигде ничего не болтается. Девочки, такая вот скошенная кисточка. О такой кисточке, честно могу сказать, я мечтала. Она достаточно очень хорошо сделана, хорошо набиты, ничем не пахнут, и она достаточно мягонькая такая, знаете, вот как раз это натуральный ворс. Могу сказать, то, что тут нет никакой нумерации, они просто так обозначены. Следующая кисточка тоже для теней. Она уже идет, мне кажется, для растушевки. Вот такая вот кисточка, тоже хорошо набита, тоже очень мягонькая, мне понравилась. Следующая кисть идет для пудры, она идет уже вот в таком вот футляре. Она такая, знаете, боже мой, она такая мягкая, она такая классная. Вот такая вот кисточка, все хорошо набито, все ровненько, нигде ничего не торчит. Просто, знаете, девочки, это находка. Если была бы у меня возможность, и сейчас я бы поехала в магазин RevGosh, я бы взяла себе еще такой набор, либо какие-то дополнила кисточки. Следующий набор идет у нас для румян. Я, естественно, его взяла для контурирования, потому что у меня нет кисточки для контурирования. Она тоже очень мягкая, она очень такая эластичная, хорошо набита. И я просто довольна этим набором. Мне кажется, 6 кистей в таком футляре. Пока они у меня лежат в этом футляре. А в дальнейшем я, конечно же, для них, может быть, что-то куплю, либо так и буду продолжать в этом держать. Потому что это, во-первых, очень удобно, компактно, в дорогу. Здорово, клепочка, все хорошо сделано. Нигде ничего не торчит. Все абсолютно швы ровные. Так что я очень осталась довольна. И, конечно же, RevGosh. Чем мне нравится RevGosh, то что когда вы оттуда уходите, вам всегда что-то положат, да? Какие-то презенты. В этот раз мне наложили аж 4 разных пробника. И здесь я хочу сказать, у меня вот такой вот шампунь от этой фирмы. С удовольствием попробую. Вот такой шампунь. И кондиционер. И также мне положили тональный крем Альянс Перфект в 16-м, это в каком-то у меня номере,
неизвестном для меня каком-то номере мне положили тональное средство. Буду пользоваться с удовольствием, конечно, мне интересно это все потестить, я люблю все тестить, мне нравится процесс пробования, так что вот так. Ну вот, девочки, это были все мои покупки, это была первая часть, я думаю, то, что в скором будущем я отсниму еще свои покупки. Если же, конечно, вам со мной было интересно, тогда подписывайтесь на мой канал, не забывайте заходить ко мне на Инстаграм, я там тоже выкладываю какие-то интересные новинки. И, конечно же, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.